Разберем следующие признаки делимости натуральных чисел. И сегодня мы рассмотрим признаки делимости на 8, на 9 и на 10. Итак, признак делимости на 8. Некоторое натуральное число n делится на 8, если последние три цифры, если последние три цифры этого числа либо нули, либо образуют число, которое делится на 8. Давайте коротко это запишем. То есть, если последние три цифры нули или образуют число, которая делится на 8. Ну, давайте коротко это докажем. Значит, я уже говорил, что для того, чтобы доказать, давайте возьмем какое-нибудь число, ну, предположим, там, четырехзначное, то есть более там, пятизначное, шестизначное, многозначные, деление многозначных доказывается аналогично. А, Б, С, ну, например, давайте возьмем, например, четырехзначное, то есть которое можно представить как А умножить на 1000, то есть А штук 1000 в нем, далее Б сотен, С десятков и Д единиц. Можно заметить, что число 1000 делится на 8, то есть получается 125, да? То есть давайте тогда это так и запишем, то есть 1000 делится на 8. 1000 делится на 8. Значит, если мы потребуем, чтобы все остальное, то есть вот следующее слагаем, то есть можно представить данное число в виде двух слагаемых, а умножить на 1000 и все остальное. Тогда получается, если мы потребуем, что вот это все большое второе слагаемое делится на 8, давайте я сразу это напишу, то есть если потребовать, что вот это все делится на 8, то по теореме номер 1, которую на первом уроке мы с вами доказывали, следует, что и вся сумма будет делиться на 8. То есть таким образом мы делаем вывод, что необходимо потребовать, чтобы вот это число b на 100 плюс c на 10 плюс d делилось на 8. А это означает как раз, что bcd, то есть число вот это bcd, должно делиться на 8. То есть, да, действительно, это как раз об этом как раз и говорится в признаке делимости на число 8. Далее, приступаем к следующему. То есть, мы доказали признак делимости на 8. Приступаем к следующему признаку делимости. Это признак делимости на 9. Признак делимости на 9. Число, некоторое натуральное число делится на 9, если сумма цифр этого числа делится на 9. То есть, если сумма цифр этого числа делится на 9. Доказательство полностью аналогично доказательству деления числа на 3. Поэтому я, если кто-то хочет вспомнить, может посмотреть, по-моему, второй урок или первый, или нет, второй урок, да, второй урок по признакам делимости и вспомнить, как мы доказывали признак делимости на 3. А я запишу сразу уже в готовом виде, то есть я возьму, ну, предположим, опять давайте, раз уже четырехзначное берем, то есть А, Б, С, Д, то есть в признаке делимости, в доказательстве признаки делимости на 3 мы с вами выяснили, что любое четырехзначное число может быть представлено в виде А умножить на 9 и умножить на 111, далее плюс b умножить на 9. Еще раз повторяю, кто забыл, может открыть урок под номером 2 и посмотреть вот это выражение. То есть там мы получаем для доказательства делимости на 3, как раз получаем вот это выражение. То есть мы вот это равенство там получили. Поэтому я это пропускаю. B умножить на 9 и умножить на 11. Далее плюс c умножить на 9. Плюс c умножить на 9. И плюс все остальное. А там еще остается как раз сумма цифр. То есть А плюс Б плюс С и плюс
d. Ну, если кто-то, в принципе, можно не обязательно посмотреть этот третий урок, а, в смысле второй урок, а можно просто-напросто сейчас здесь взять, привести подобные и получить вот как раз разложение этого числа. Итак, тогда что мы с вами получим в итоге? Посмотрите, то есть, давайте вот так вот вместе эту сумму отдельно покажем. Итак, теперь смотрите, что у нас получается. У нас получается следующее. Первое слагаемое делится на 9. Почему? Потому что среди сомножителей этого числа содержится девятка. Вот она. А по теореме номер 2, если один из сомножителей делится на какое-либо натуральное число, то и все число делится на это число. Далее, второе слагаемое тоже содержит девятку. И третье слагаемое содержит девятку, а значит и второе слагаемое делится на 9, и третье слагаемое тоже делится на 9. То есть каждая из трех слагаемых делится на 9. Если мы потребуем, что вот это все, давайте я вот так в скобки возьму, то есть вот эта вся скобка, то есть вот это все слагаемое четвертое тоже делится на 9, то тогда по теореме номер 1, если каждая слагаемая делится на 9, на какое-либо натуральное число, то и вся сумма делится на это число. В данном случае необходимо потребовать, чтобы а плюс b плюс c делилось на 9. Таким образом, давайте это и запишем. То есть мы с вами получили как раз доказательство признака делимости на 9. То есть а плюс b плюс c и плюс d, то есть сумма цифр, должна делиться на 9, что и требовалось доказать. И, наконец, приступаем, давайте еще место есть, давайте докажем еще признак делимости на 10. Признак делимости на 10. Давайте запишем. Давайте это запишем. То есть число, некоторое натуральное число n делится на 10, если оно оканчивается на 0. Либо можно написать, если последняя цифра равна нулю. Если последняя цифра этого числа, цифра 0 или 0. И так можно. Если последняя цифра 0 или 0. Легко. Легко доказывается. Давайте разложение опять запишем. Значит, что у нас получается с вами? А на Б на С на Д. Можно представить как а на 1000 плюс b на 100 плюс c на 10 и плюс d. В данном случае видно, что каждое число, посмотрите, каждое слагаемое делится на 10. Первое, второе и третье. Если мы потребуем, чтобы... да, d тоже должно делиться на 10, но d это цифра, она не может делиться на 10, значит отсюда следует, что обязательно необходимо потребовать, что d равно нулю. Что d равно нулю. Все, признак делимости на 10 мы с вами доказали.